Привет, ребята! Сегодня на обзоре такая серьезная приманка во всех смыслах и отношениях. Дайва TD Hyper Crank 206 XS. Это крупногабаритный крэнк с солидной массой 27,5 граммов. Сейчас проверим. И длиной 64 миллиметра. Это длина тела без лопатки. Так, убираем тару. Точный вес чуть меньше, 26,36 грамма. Солидно выглядит крупный упитанный крэнк. Компактное тело, но при этом солидный вес, чуть менее 27 грамм. Большая широкая лопатка позволяет заглубить этого толстяка довольно на солидную глубину, до 6 метров. Эта приманка относится к профессиональной серии Team Dive. Разработана простаферами, профессионалами для использования на соревнованиях и для энтузиастов, которые хотят заполучить качественную приманку. Прежде всего, я думаю, она предназначена для троллинга. Но хотя, если позволяет снасть, возможно, ловля и в заброс с равномерной проводкой, с подтвичиваниями. Воблер довольно упористый. Большая лопата размером практически соразмерно с телом приманки, широкая, намного шире тела приманки. Лопата титановая, крупная, позволяет быстро и эффективно заглубить на рабочую глубину до 6 метров этого толстяка. Также ее можно применять в походе в качестве ложки. Или если заточить кромку в качестве походного ножа. Очень качественно проработанная приманочка. И конкурентным преимуществом этого крэнка, я думаю, является наличие фирменной запатентованной технологии балансировки Gravity Oscillation System, которая включает в себя вольфрамовые шары. За счет этого она довольно далеко летит, быстро стабилизируется приманка на проводке, вне зависимости от скоростных режимов, то бишь разной скорости проводки. Технологичная титановая лопасть, очень легкая и прочная, довольно основательно глубоко вклеена в тело приманки. Не боится жесткого контакта с подводными препятствиями, корягами, каменными грядами. В отличие от таких же крэнков глубоководных с текстолитовыми пластинами, где возможно просто при жестком контакте сломаться пластина. Это же прочная, легкая, титановая, надежная пластинка. Воблер обладает активной, бойкой игрой на любых скоростях проводки. После заброса начинает медленно заглубляться с небольшим дифферентом на нос. На проводке сразу же включается в работу. Обладает довольно активной бойкой игрой, свойственной
к рынкам. Стоит отметить довольно отличное высокое качество исполнения. Рельефные бока, жабры, глазки. Все так прорисовано четко. Тройники острые, довольно хорошие, но имеет смысл все-таки их на более усиленные тройники, более толстые и мощные, заменить, если вы ориентируетесь на ловлю именно крупного хищника. Выпускается в 5 расцветках, не так и много, но все расцветки довольно интересные. 4 натуральных, таких вот разных, блестящие, матовые. Один кислотник, классика Mad Tiger. Подойдут для разных условий освещенности, прозрачности воды. Также в приманке имеется звуковая камера, за счет чего на большой глубине, когда плохо в пределах низкой видимости, приманку хорошо слышно. Мелкие шары создают высокочастотный звук. А крупный шар является балансировочным в системе балансировки Gravity Oscillation System. Добротная, основательно созданная приманка подойдет и для троллинга, для ловли в заброс. Ну, естественно, снасть должна быть соответствующая, с достаточным уровнем мощности. Вот у меня кастинговая снасть используется до 50 грамм. Вполне отлично справляются с этим толстяком. Обзор подготовлен по заказу F-магазин.